А мы продолжаем. Наши покупатели часто спрашивают, чем одна ткань отличается от другой. Так вот, у меня есть один ответ по жаккардам. Он действительно отличается разительно от всех остальных видов ткани, потому что рисунок не набивается сверху, а должен ткаться на специальном станке, который придумал француз именно с такой фамилией Жаккард еще в самом-самом начале 19 века, в 1801 году. Технология с того времени не изменилась. Изменилось, конечно, сырье, которое используется сейчас для производства такой ткани. Это, например, может быть и шерсть, и хлопок, вискоза, синтетические какие-то волокна, их комбинации и так далее. Все они безопасны для нашего здоровья, не вызывают никакой аллергии, не накапливают какой-то пыли, не притягивают к себе статическое электричество, но дарит нам настоящее эстетическое наслаждение, приятное тактильное ощущение, роскошный внешний вид и самые прекрасные воспоминания вообще знакомства с такой чудесной мебелью. Я вас познакомлю лишь с некоторыми самыми яркими образцами жаккарда из нашей новой коллекции тканей. В принципе, жаккарды редко как-то выводятся из нашей коллекции, потому что они всегда пользуются популярностью, всегда нравятся нашим покупателям. И если это не новые ткани, например, вот как эта коллекция, которая уже давно у нас присутствует, то ее рисунок все равно остается классическим, актуальным и востребованным. Посмотрите, какие крупные узоры, какие акварельные разводы вместе с золотом, серебром и самыми разными оттенками. Можно комбинировать их, потому что дизайнеры специально подбирают вот такие партнеры своим тканям, поэтому можно сделать диван интереснее. Посмотрите, как это выглядит в масштабе. Причем прекрасный рисунок, красивый с двух сторон, даже с изнаночной стороны еще более исключительный и роскошный. Ткань при этом получается очень плотная, ее невозможно порвать, да, каким-то способом, ее очень сложно чем-то порезать, да, она имеет высокий показатель износоустойчивости по истиранию, поэтому вы можете ерзать на ней, сидеть, приглашать гостей, и ничего ей не будет, она будет выглядеть великолепно. Хотя, конечно, жаккарды относятся к дорогим тканям, и такие диваны выглядят еще и очень презентабельно. Однако мы говорим о том, что они должны иметь разнообразные цветодизайны. И чаще всего это какие-то крупные рисунки, которые мы подбираем, да, то есть обиваем диван с подбором. Посмотрите, пожалуйста, для тех, кто любит что-то в стиле Прованса, французской классики, у нас есть чудесные вот такие принты с вот такими цветами и разными цветовыми решениями и такими легкими оттенками. Прекрасные тоже жаккардовые ткани 24-й группы, и это немало. Если хочется чуть больше какой-то роскоши, да, мы смотрим следующий хангер и можем комбинировать геометрические полоски с крупным раппортом. Тоже смотрится красиво, интересно и богатая палитра. Как обычно, мы стараемся удовлетворить все потребности покупателей. Если же вы хотите что-то современное, то это та ткань сакура, называется жаккард сакура, которая произвела фурор на нашей предыдущей выставке и просто полюбилась абсолютно всем покупателям, партнерам и гостям. Пудровый такой припудренный рисунок сакуры. Если вам кажется, что его здесь слишком много, нет, не переживайте, посмотрите конкретные образцы, вам понравится безумно, и все здесь очень сильно сбалансировано, чтобы хорошо смотреться. Плюс все то, та же жаккардовая ткань, вы видите, что с другой стороны рисунок повторяется, хотя он имеет несколько другую форму, но вы можете сразу убедиться, что это именно жаккард. Плотный, достаточно такой твердый материал, но сидеть на нем очень приятно. Ну и, конечно, Барбара, нельзя про нее не сказать, тоже комбинированные пары тканей для того, чтобы можно было сделать интересные решения, да, сразу по оттенкам.
скомбинированная основная ткань и ткань-партнер, чтобы вы могли выбрать, что вам подходит больше. И вот здесь у нас тоже крупный рисунок, который необходимо подбирать в мебели, чтобы все это смотрелось логично. Помните, что, конечно, такие предметы мебели стоят немного дороже. А мы подытожим, что такое жаккард. Жаккард – это особая ткань, очень износоустойчивая, долговечная, прочная, с прекрасными эксплуатационными свойствами. Ее лучше всего чистить сухой чисткой, то есть это вы можете протереть где-то тряпкой, может быть, это будет химчистка, да. Если вы покупаете дорогой, прекрасный, роскошный, статусный диван, доверьте его уборку настоящим профессионалам, чтобы вы были уверены, что он будет таким, каким вы его привыкли видеть всегда долгие годы. Помните, что рисунок – это не просто рисунок, который набивается на жаккарде. Этот рисунок ткут на специальном станке, и это очень важно, что добавляет статусности всей ткани. Ну и, конечно, обратите внимание, какой у нас большой ассортимент. Независимо от того, любите вы классику, либо современные какие-то цветодизайны, мы точно вам подберем то, что идеально впишется в ваш интерьер и именно ваши предпочтения и вкусовые решения. Поэтому нравятся такие ткани, обязательно пишите, что понравилось больше всего, ставьте лайки и смотрите следующее видео.